тысячу раз так сливал. Лучше поосторожнее, чем этот раз, так как комментарий, просто не хочется портить его каким-то вот такой глупой ошибкой. Забиваешь черепашек, блин, тупой девайс, переманивание маны вот этой тупой, блин. Жезл похищения маны, нехороший девайс. Самый говнистый, короче, который здесь может выпасть. Я его при первой же возможности продам. Все, идем на соседний эспанта. Возможно, эльф крипит его, посмотрим. А, крипит он его. Отличненько. Вот панда. Панда первого левела пока не сильно страшен, но вообще в процессе панда, конечно, интересный такой герой, которого я боюсь. Его вечное дыхание, вот это вот, против моих ашаш очень сильно порулит. С один ашаш покоцается, мы забиваем среднюю черепашку, забираем цветок зверя. Это отличный девайс сейчас. Такой атаки нам даст. Нам сейчас атака самое важное, что у нас есть, так как хп у всех маловато, и тут только через фокуса. Быстрее, кто быстрее кого убьет, в общем так. Сейчас забиваем еще одну черепашку. Эльф нас испугался немного. Это хорошо, получаем третий левел форсиру. И второго уровня волки, их уже не продиспелишь одним светлячком. Уже надо будет два светлячка, чтобы... Ну, виспа. На то, чтобы продиспелить волков, это хорошо, это прекрасно. Сейчас все в тему, сейчас чем больше армии, тем лучше. Я закупил еще один сток исцеления и колбу инвула. Неуязвимость форсирую. Так как эльф наверняка будет херакилить, они же такие тупые создания, она больше ни хера не умеет толковать. Пытаться точно будет. Все, все стоим и все идем. Отправляю рабов, ну, взял рабов с базы, сейчас они идут. Сейчас вот тут надо будет повоевать, этот барак потихонечку снести. Сейчас эльф даст бой. Так нам удобно вот так за таким бараком вот так вот постреливать. Сейчас Демон Хантер вышел, сейчас Демон Хантер будет фокуситься, ну что, нам больше ничего не остается делать, просто вот спиритвулкера сейчас, спиритвулкера отвести надо. Все, убрал его в астрал, этого спиритвулкера, пока рабы сейчас не нужны. Врубаем шток зверя, Scrolls of Attacks, и еще панда первого левела, но она сейчас бесхозная, у нас уже почти третьего левела, а нага третьего левела, у нее панда первого уровня сегодня. По XP мы хорошо выиграли, ну и двух черепашек прокипили, отлично, все хорошо. Демос Хантер убегает, мы его сейчас ебеним. Видите, сзади арчерки блок ему поставили. Телепортируется с 23 HP, это уже дело пахнет выном. Мы посмотрим, там еще мишки, видите, они вот-вот должны получить грейд свой на... Ну, где-то в эти секунду должны на, ну, на перевоплощение, и тогда будет не сладко. Вот они уже в перевоплощении, ставим товар. Сейчас самый тяжелый момент игры. Забивает ашаш, как хорошо забивает они ашаш. Надо прячу астрал одних за другим мишку. Я пытался зафокусить Демос Хантера, он коцанный был, просто как-то, знаете, как-то само получилось. Он отбежал. Сейчас я мишка вот фокушу одну мишку, вторую мишку. Сейчас лимит нормальный у меня, 40-46, отлично, все есть. Где, правда, все коцанное такое вот. Мишку поубивали хорошо, отлично. Эмпатию распределять по-любому, без эмпатии это просто очень-очень все быстро ляжет. Забиваем по одной арчерке, надо их всех быстро убить. Малоховые арчерки, много урона, убить их чертям. Вот эту арчерку убьем, вот эту вот сейчас таким вот образом. Надо подклепывать юнитов, подклепываю, я их не забываю об этом. Все, сейчас я не армию все перебил практически, он без ничего не может без второго героя сделать. У нас такой хороший фокус. И сзади строится товар, все, достраивается товар, и дальше дело пахнет нехорошими вестями для эльфа. Быстренько я такого снес, время так. Ну, еще не снес, рано говорить об этом, но к этому дело близко. У нас все коцанное, а я шаш коцанный, коцаннейшие. Форсир. Сейчас эту мишку добиваем, 3 левел, сейчас скорость 4 форсира. Эту мишку надо забить, нет, не получается. Ну, тут панда забегает, ее сейчас просто товаром разнесет чертям. Форсир коцанный форсир, отводим форсира, все, и тут мишка наглая. Михалыч, не наглей. Сейчас мы его ёбнем. За то, что он такой наглый. Еще одна мишка. Мишки по одному. У него такая тактика, наверное, по одному юниту всех отправлять на меня. Ну все, тут товары разносит его кибеням просто. Все, дальше еще два товара, которые уже нечем просто сносить. Тут у него лимита уже почти нету. У меня 45, отлично, все хорошо, все прекрасно. Сейчас все. Ну, эти двумя мишками сейчас что-то будет пытаться сделать, у него ничего не получится. Демос Хантер, давай, иди сюда, мой пупсик, мой сладкий, нежный пупсик. Будешь моей любимой женой на сегодня. Все, и вот я сношу этого Демос Хантера, видите? Он... А, нет, я добегаю с 58 HP, я думал, я его сейчас убью, уже так был самоуверенно об этом сказал. Извиняюсь за мою беспечность, и вот все, вторая мишка сдохла, все, ГГ прописывает. О, наш пацан русский, пишет русскими буквами ГГ, и выходит из игры. Статистика, что у нас по статистике. Он убил у меня больше... А, я убил 36, он 34. Но у него там мишки были, у меня-то таких крупных юнитов не было.
статистика полностью за меня, там решила еще, вторая нага была уже почти третьего левела, я прокрепил этих двух черепашек, взял два девайса, пока он там бегал, прыгал, не знал, что делать, вот замутился, вот за это замешательство, вот, мне кажется, вот за счет этого я убил этого эльфа. Ну, быстро 12 минут, хотелось, конечно, поиграть, побольше комментариев записать, ну, 20, я люблю большие игры. Ну, орками надо быстро играть. Пришел, свалил чуть-чуть там, или сколько удастся, и съебался по съебам. И вот так вот всю игру. Просто давно не комментировал, я уже делал какие-то ошибки, ушел в речь, и я не всегда успеваю говорить об этом, и еще делать это в одно и то же время. Как бы отвлекаешься вот разговорами на игру саму. Спасибо всем, кто слушал этот комментарий, с вами был Добрый Орк, всего вам доброго. Играйте в Warcraft.